Отличается ли региональное телевидение в регионах Российской Федерации от федерального? Конечно, да, отличается. Но мне кажется, что самое главное отличие в вещании федеральном и в вещании региональном – это аудитория. Это то, на кого нацелено это вещание. Федеральное телевидение вынуждено учитывать интересы населения целой страны на 145 миллионов. И для того, чтобы удовлетворить запросы, ответить на вопросы по интересам, конечно, федеральное телевидение должно быть, федеральный канал должен быть максимально разнообразен. Региональное телевидение должно учитывать ваши интересы. Те, кто живут в Омской области, имеют, я не говорю, они два глаза, два уха, руки, ноги, все нормально, все похожи, говорим по-русски. Но определенные особенности воспитания, культуры, интересов по возрастным группам, все это региональное телевидение должно учитывать. И поэтому слепо копировать федеральные каналы, региональные каналы не должны. Иначе это выглядит смешно. Это не отвечает запросам. И по качеству, естественно, я даже не буду объяснять, почему по качеству картинка федерального канала лучше. Да? Но в любом случае, хорошие примеры достойны подражания. Никто не говорит, что должно быть иначе. Однако, каждый регион, каждая региональная телекомпания должна иметь свои особенности, продиктованные политической и экономической географией. И поэтому омское телевидение должно отличаться от телевидения калининградского или владивостокского. Это несомненно. Другое дело, что иногда руководители телекомпаний региональных в своих амбициях, без амбиций нельзя делать телевидение, но в своих амбициях перескакивает через первые два барьера и тут же хочет взять третий. Так не бывает. Нужно идти постепенно. Качество работы определяет не взгляд начальства из Москвы, да? Если у вас ТРК, то как там ВГТРК относится к вашей работе? Нет, качество работы определяет зритель. И поэтому региональная телекомпания должна быть в контакте. В интерактивном ли это контакте? Но во всяком случае знать мнение вашего зрителя о любой программе собственного производства телекомпания обязана. Руководство должно ориентироваться именно на это, а не на Москву. Меня зовут Владимир Гомельский, и я спортивный комментатор.